Мирно известная песня, исполненная Рене Кэрролл в 1952 году. Сингл стал хитом номер один в Германии на целых полтора года. Он получил наивысшую награду в то время под названием «Золотой рекорд» с продажами более 750 тысяч копий. По мотивам песни даже был снят одноименный фильм в 1953 году. Произведение на слуху и по сей день. Мы просто уверены, что с первых же нот вы точно узнаете эту мелодию.